Большинство из того, что попадает на стол 31 декабря, остается несъеденным 1, 2, а иногда и 3, 4 января. Чтобы приготовленные блюда не представляли опасность, во-первых, не ленитесь убирать их после ночного застолья в холодильник. Во-вторых, заправляйте те же салаты порционно и непосредственно перед употреблением. Не стоит забывать, что сроки хранения заправленных салатов не превышают 12 часов, поэтому об этом нужно помнить. Конечно же, такой же срок хранения у холодца, чуть больше, до 36 часов, это жареное мясо и продукты с ним. Ну и, конечно же, самое главное, убирать все со стола новогоднего в холодильник. Итак, быстрее всего портится оливье, сельдь под шубой, холодец. 18 часов можно хранить разрезанный торт, 24 часа – заливную рыбу, котлеты, плов, 36 часов – соленье в открытой банке, 2 суток – горячие из птицы, соленую рыбу. Долгожитель в списке новогодних ингредиентов – красная икра. В отношении красной икры можно сказать о том, что ее срок хранения чуть дольше, и в стеклянной банке, в холодильнике она может храниться до 5 суток. Для того, чтобы действительно наши праздники были приятными и какие-то неприятные неожиданности нас не постигли, безусловно, не стоит доедать через день, два или три салаты, оставшиеся с новогоднего стола. Соблюдайте сроки и правила хранения продуктов. Тогда блюда, радующие вас в новогоднюю ночь, не будут представлять опасность для здоровья.